Всем привет! В этом видео я вам покажу, как пить правильно пиво Corona Extra. Для этого мы берем пиво, чтобы оно было желательно холодной. Открываем. Так, не нужно убирать в сторону. Берем лайм, режем на такие дольки его, чтобы он поместился внутрь. Закидываем, немного нажимаем, чтобы лайм дал сока. Вот так немного нажимаем, закидываем. Чтобы было больше вкуса, я закидываю еще один. Вот, две дольки закидываю. И надо это делать, теперь будет перемешать. Для этого я беру такую силиконовую крышку от пива. Закрываю сверху. Один раз хватит, потому что пиво выльется. Вот так, один раз перемешал. И можно открывать. И теперь можно пиво спокойно пить.